Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 1-16 чемпионата мира по снукеру Джек Лисовский Али Картер. Встречается 14 и 23 номер мирового рейтинга. Джек Лисовский является одним из самых талантливых снукеристов, который уже давно должен бы выстрелить, но не может реализовать свой огромный потенциал по причине крайне слабой психологической устойчивости. На минувшем чемпионате мира Лисовский вылетел в первом же раунде. Однако сезон Джек провел хорошо, трижды добирался до финальных матчей на World Grand Prix, German Masters и Gibraltar Open, но ни один из этих турниров не выиграл. Али Картер продолжает играть на стабильно высоком уровне. Из последних достижений капитана стоит отметить выход в полуфиналы Европейского Мастерса и открытого чемпионата Северной Ирландии. На позапрошлом чемпионате мира Али Картер дошел до стадии четвертьфинала. В квалификации Картер прошел Пен Цзинсуя 6-4 и Александра Урсенбахера 10-4. Соперники встречались в первом раунде чемпионата мира 2019 года, и тогда выиграл капитан 10-6. У Джека Лисовски идет проигрышная серия из 10 к ряду матчей. Если Джек сыграет свой лучший снукер и покажет все, на что он способен, у Картеров будет мало шансов, поскольку в техническом плане Лисовски может посоперничать и с Джадом Трампом, и с Селби, и с Ронни. Главная проблема Джека, как уже было сказано, его крайне слабая психологическая устойчивость. Чего хоть отбавляй у его соперника. Картер достаточно мастеровитый снукерист, обладающий железным характером и очень редко проваливающий матчи. Если Джек поймает мандраж или неуверенность, пиши пропало. Капитан железной хваткой вцепится в своего соперника и будет его давить, стараясь выжать по максимуму из любой маломальски приемлемой возможности. Но если у Джека сразу же пойдет игра и он захватит уверенное лидерство, сдержать его будет очень трудно. Вот только напрягает длинная проигрышная серия Джека. Совершенно непонятно, в какой форме подходит Лисовский к этому матчу. Сумел ли он перезагрузиться или же будет продолжать мучиться? Здесь железной ставкой выглядит очень скромный вариант на тотал больше 15,5 за 1.38. Капитан точно не проиграет меньше, чем 6.10, в какой бы форме ни находился Лисовский. Но и даже разобранный Лисовский должен в любом случае взять у Картера 6 фреймов. Если говорить о победителе, пожалуй, Лисовский должен взять реванш за недавнее поражение от Картера, но ставка на победителя в этом матче из разряда 50/50. Но у вас может быть иное мнение. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.